Сегодня, еще одетые по всем школьным правилам, с тетрадками, учебниками и знанием жизни с оценкой по пятибалльной системе, кто они завтра? Мечтают они все, все без исключения. Вырос ребенок, повзрослела его мечта. И вот уже совсем скоро наступит момент, когда она должна стать профессией, раз и навсегда избранным делом. Я хочу стать врачом, потому что эта профессия нужна и в селе, и в городе. Но я хочу после окончания мединститута поехать не в Тамань, где я училась, а куда-нибудь подальше, потому что медицинские работники нужны не только там, где уже все тебе известно. Я хотела бы себя испытать там, где труднее. Моя мечта после 10 класса поступить в юридический институт. Приеду в родной район. Хочу работать в детской комнате милиции. Я еще в 7 классе решил поступить в военное училище. Вот недавно братья проучились в этом училище, в Ленинградском высшем артиллерийском командном. Рассказывают, приезжают в отпуск и рассказывают там. Мне понравилось. И я решил тоже поступить в это училище. Ну, я хочу быть учительницей, потому что с 1 класса еще у нас была первая учительница. Она была очень добрая, отзывчивая. Всегда все объяснит, что тебе непонятно. И вот с 1 класса вот эта мечта продолжить ее дело, быть такой, как она, и, наверное, вернусь на село и буду сельской учительницей. В нашей семье уже складывается династия зоотехников. Так как тетя моя зоотехник, вот сестра уже выучилась на зоотехника, 2 года работает, по-моему, не разочарована в этой профессии. Весь наш класс, девочки в основном, собирались пойти на ферму, поучиться, конечно, ну, испытать себя. Когда учебное судно клуба юных моряков уходит в конце августа в плавание, мы, стоящие на берегу взрослые, вдруг замечаем, как вытянулись за лето наши дети, закалились, окрепли, как хорошо потрудились они в поле, в лагере, как серьезно готовились к этому походу. И хотя не все они свяжут свою жизнь с морем, как все-таки идет им эта форма. Люди взрослые и солидные, мы давно знаем, как тяжко, дожив до седых волос, так и не понять, к чему стремилась, чего искала твоя душа. И по праву старших мы, конечно, советуем, отговариваем, запрещаем, подсказываем. И порой, чего греха таить, сердимся, поскольку хотим от них ответа быстрого и правильного. При этом частенько забываем свои 16, как нас бросало от сомнения к упрямству, от порыва к робости, время выбора. Пора уходящего навсегда детства.
Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Край наш, так не приглянувшийся великому поэту, гордится даже этим фактом своей биографии. Хотя история не обделила его ни событиями, ни людьми. Да и природа щедро одарила Таманский полуостров морем и залитыми солнцем пологими холмами. И, повинуясь мудрой природе, человек в этом краю выбирал себе труд либо на земле, либо на море. Так повелось издавна, так продолжается и сейчас. Поле и море. И еще человек. Вот с трактором у меня впервые это... Встретился я в Тамане. Это ощущение вообще невозможно объяснить, когда первый раз сел за руль. Это, я помню, марка трактора, на котором я первый проехал, Т-25. Впервые мы с учителем ехали. Ну, это вообще нельзя объяснить, вот как полет птицы там. Родители хотят, чтобы детям было немножко как легче, что ли, работать. Потому что сама всю жизнь проработала в совхозе и на винограде работала. Уже потом только уж по здоровью ушла с поля. Ну, я настояла на своем. Еще мало того, что я ушла. С собой переманила вон Татьяну, мы вместе работали. Но Таня еще до этого работала здесь, на ферме, дояркой, правда. А мы пошли уже телятницами. У меня все поколения рыбаками были, вот мои. Мой прадедушка был рыбаком, дедушка был рыбаком, отец тоже в данный момент рыбаком работает. Я еще помню, маленький был пацаном, еще в школу даже не ходил. Вечно прибегал сюда, на берег моря, отец меня брал с собой. Ну, самое интересное, конечно, было это, когда рыбу с котла вынимали, составников. Ну, так работа интересная. Я даже когда в армии был, и то по ночам мне это море тоже снилось. Ну, всю жизнь мечтал о море, и вот так вот я на берегу моря остался. В детстве я вообще хотел стать пастухом. Ну, почему? Решающее влияние, конечно, на меня оказала жизнь в деревне. Дедушка и бабушка жили в деревне всю жизнь. Трудяги были. И часто мы на каникулах там были, я долго жил у них. С детства работали, и сено косили было, и снопы вязали хлебные. Было интересно. Лошадей купали в реке. И сено крыли, и навоз возили. Поэтому, в общем, самые веселые воспоминания и самые романтичные, это, конечно, о жизни в деревне в детстве. Сколько я себя помню, вот мы все время работали в школе. Месяц обычно нас снимали. И на уборку винограда, на луке работали, работали на буряках. После работы нас обычно совхоз возил на море. Радостно было. И где-то с 8 класса я уже твердо знал, что все-таки деревня мне нравится больше. Олег Белизовский – агроном. За плечами недавно оконченный институт с его сложной сельскохозяйственной наукой и увлекательная студенческая жизнь. Но вот страсть к земле, к сельскому труду зародилась именно в детстве – на уроках в поле. Нет, агроном не должность, а призвание, утверждает Олег. Не часто бывает, что сразу же после школы найдешь себе ту профессию, в которой ты будешь работать всю жизнь. Это приходит с годами, перепробуешь много очень профессий, но в конце концов найдешь свою одну.
Вот так же у меня, наверное, было. Я тоже уезжала из поселка, но в конце концов вернулась сюда. И теперь не жалею. Мама, конечно, была против, когда узнала, что я иду на ферму. Но теперь она за меня согласилась со мной. Поняла, что здесь мне намного лучше. Телята – это те же самые дети, за ними нужно очень большой уход, особенно за маленькими. Поить их нужно только теплым молочком, конечно, чистить. А если уж теленок заболел, то только и думаешь, как бы он чего-нибудь плохого не было. Даже уезжаешь домой, и то дома думаешь. На следующий день прибегаешь, и первым делом к этому теленку, как он себя чувствует. Домой с фермы мать возвращалась поздно. За день намахается вилами, да натаскается полных ведер. И до сих пор сама не поймет, почему же не отпугнула это ее дочь, Наташу, от фермы. А чего удивляться? Просто первым уроком трудолюбия девочки была материнская усталость после рабочего дня. Вот вчера я был в 12-й бригаде, и там самое главное, что интересно, все тузени сделаны не проволочные, как у нас, а фаловые. Ведь фало намного крепче, чем проволока. Проволока на год простояла, ее коррозия съела, поржавела, проволока лопнула. И тем более она же не выдержит такое напряжение, такого сильного шторма, как выдерживает фал. Юрий Чернодыр – человек неугомонный. Казалось бы, месяцами в море, ну так на земле отдыхай себе на здоровье. Но он и тут не сидит на месте. Ездит по соседним рыболовецким хозяйствам и все приглядывается, как сделать работу более четкой. Да, такие они все, бывшие наши выпускники, уверяет совхозное руководство, упрямые, серьезные, неравнодушные. Кто-то не одобрит. Море – это тяжелая, опасная работа, а здесь так, ребячье развлечение в каникулы. Равнение на середину. Товарищ капитан, курсанты клуба юных моряков на развод построены. Здравствуйте, товарищи курсанты. Здравствуйте, товарищ капитан. Вольно. Вольно. Слушай наряд. Сегодня для работы в машинном отделении назначаются курсанты. Котенко, перепелица. Клуб юных моряков. Зимой теория, летом практика, утренняя поверка, матросская форма, наряды. Обед на камбузе. Принять вахту. Тяжело мы переживаем отъезд молодых. Жаль, крепких рук не хватает ни полю, ни морю. Но морской стихии повезло. Нашли среди нас талантливые взрослые, любящие и море, и детей по-настоящему. И превратилось старое, отжившее срок судно в учебный корпус, где закаляется мечта, где соединяется призвание с характером. Что ж, кто с морем расстанется, тот поймет. Любой труд требует всерьез твоих рук, ума, души. Ну, а тем, кто полюбил море навсегда, прямая дорога в мореходку. Пацанами вот были, тоже бегали, на корабли смотрели. Все мечтали в плавание входить, так? Вот сейчас мореходку высшую заканчивают. Уже, наверное, в Африку ходят, усы, понимаешь, отпустили. А ты помнишь, когда помпу застала разбирать, а? А ты
Даже заплакал тогда чуть-чуть. Понимаешь, говорит, что я не смогу, не сделаю. А ведь сделал все-таки. Своими руками вот этими сделал. Вот. Прощупал. Вот, пожалуйста. Салаги, так. А трудится ведь, видишь, Вадим, как все-таки все сбылось. Ты говорил, когда еще пацаном был, безусым мальчишки таким, говорит, я буду капитаном, потому что у меня отец капитаном был. А все это должно с азов начинаться. Концы, кранцы, нужно уметь плести, заводить на кнехты. Ты думал капитаном быть, а пришлось же учиться подать швартовый, подать легость, завести трос на кнехт, так ведь? Ребята, завтра мы снова идем на уборку помидоров. Как сделать, чтобы сельский труд пришелся им по душе? И как отличить в этом труде тех, кто не бросит его никогда? 12, молодец. Умничка. Есть утверждения, проверенные жизнью и потому бесспорные. Трудиться действительно надо с детства. Но как часто от заученности формулировок, от заведомой скуки, с которой мы обращаемся к детям, между нашими призывами к труду и самим ребячим трудом вырастает преграда. Все, принеси еще, пожалуйста, ящик. Некуда сыпать. Детей надо приучать к труду с самого раннего возраста. И чем раньше, тем лучше. К нам они уже в четвертый, в третий класс приходят сформированные, приученные к домашнему труду. И поэтому продолжать этот процесс, прививать им навыки труда гораздо легче, если им дома это уже прививалось. Они собирают уже легко лекарственные растения, сдают, приносят пользу народу. И выход их в поле на уборку урожая – это большое и ответственное дело. И дети уже с радостью идут. Они привыкли к этому, понимают, что их труд – это вклад в общее дело. Вот о чем идет, что виноград высокий, а нет, мы так достанем. Достанете, да? Значит, пойдете на виноград? Да, пойдем. Все так думаете или нет? Да. Все. Я хочу всех спросить, и Сашу, вот так. Саша, пойдем на виноград, достанем вот этот высокоштамбовый? Достанем. А? Достанем. И ты точно уверен, да? Уверен. Ну, вы знаете, что вы в этом году выполняете исключительно важную работу. Значит, то надо было нам бы с винограда отвлечь взрослых, так, и собирать помидоры. Поэтому вы не представляете, какую вы помощь окажете совхозу. Огромную. Леонтий Григорьевич Дерекян считает, что одна из многих его директорских обязанностей – выйти с детьми в поле, рассказать, объяснить задачу, порой даже признаться – нужна ваша помощь. А как же? Человек должен осознать необходимость своего труда. С младшими, правда, легче. Их достаточно увлечь игрой, заинтересовать отметкой, поощрением. А вот старшие больше понимают, но с ними гораздо труднее. Порой от нас же и услышишь, они флегматичны, вялые, ленивые. Мы в их годы были другими. А они выполняют свои нормы, вписывают в сводки цифры, похожие на наши. И если мы превосходим их опытом, то они с удовольствием потягаются с нами в силе, энергии, сноровке. Но почему же порой им бывает так неинтересно доказывать свою ловкость, лихость? Кажется, в ежедневных заботах своих мы проглядели, как выросли они. Их уже не устраивает пришкольный участок с отметкой за практику и благодарностью классного руководителя. Им подавай, если уж поле так большое, технику самую современную, нормы рабочие.
все как у взрослых. Настоящий, ценимый по заслугам труд. Мы не успеваем оглянуться, как приходит пора, и правила детской игры должны смениться на права и обязанности сельского труженика. Ну как вчера договорились? Работать до полвторого. Вы здесь задержались до полпятого. Вообще так нечестно. Конечно, я понимаю, что нужно помогать совхозу. Виноград поспел. Ну, соревнования вообще для всех. А наша задача как можно быстрее виноград убрать. Мы взяли обязательство 30 ковшей, значит и будем делать. Это разве плохо? Это же хорошо, Леонтий Григорьевич, правда? Мы очень долго ждали ковши. Мы бы уехали раньше, нарезали бы 30 ковшей и уехали раньше. Но об этом нужно было сказать и другим все-таки. Другие ведь тоже, может быть, даже и остались и работать. Если бы вы захотели работать, вы бы не поехали. Мы захотели работать, мы остались. Мы в прошлом году собрали 1017 тонн. В этом году вы, конечно, не уступите эти рубежи. Леонтий Григорьевич, у нас есть такое предложение. Сейчас мы работаем с учетчиками, с людьми, которые ходят и проверяют за нами, качественно ли мы работаем. Мы достаточно взрослые уже, поэтому сами можем хорошо работать. Сами можем. Если что-то где-то, мы сами почистим, уберем лучше. И еще. Мы работаем... Обычно работали, высыпали виноград в ковши, стоящие на земле. Сейчас мы высыпаем этот виноград в тракторные прицепы, которые вышиной 1.5 метра. Для девочек это трудно. Они быстро устают. А если мы будем работать на ковшах, на 2 человека по одному ковшу. На этих летучках десятки вопросов, толковых, важных, иногда по-детски наивных, но отвечать на все надо всерьез. После окончания школы, каждому совместно, значит, со школой, беседе с родителями, с ними, значит, вот, мы определяем дальнейшую судьбу ребят. Ну, обычно, значит, как? Пришел там специалист, выступил в школе, вот так рассказал, значит, какая его прекрасная профессия. И на этом, значит, думает, что вся работа, значит, со школой закончена. И поэтому теперь все, значит, школьники так согласны и пойдут. Мы строим это дело по-другому. И не к концу так выпуска, значит, или к концу учебного года, а в процессе всей учебы, всего года. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать о доверии. Почему-то нам, мы хоть и уже и взрослые почти, но нам мало доверяют. То, что человеку вначале не доверяют до какого-то определенного периода, а потом сразу на него обрушивается это доверие. Таркадий Гайдар, он 16 лет командовал полком, а нам в те же 16 лет не могут доверить трактор. Предлагаю вот, я вот конкретно, чтобы нам дирекция, значит, совхоза выделила отдельное поле. Мы будем знать особенности этого поля. Этого такого не бывает, чтобы поле было идеально ровное. У каждого поля свои особенности. Мы будем знать, любопытный парень этот Володя. В разных местах, не взрослее остальных. Те же 16 лет. Но упорства, решимости, твердости хватит на многих его сверстников. Хорошо работают ребята, думающие. На всех работах, ну, многие работы проходили, основные пахоту, культивацию проходили, отлично получается. И не сильно они отстают и от опытных рабочих. Хорошие ребята, разбираются в технике. Мы вот в школе воспитываем наши ребята и учим их в 9-10 классе трактористы, машинисты 3 класса по специальности. Ребята, вы сами вот убеждаетесь, работают прекрасно. Ребята заканчивают, получают тракторист, машинист и ждут, когда будет их 18 лет. Вот парни здоровые, Володя и так далее, все сельскохозяйственные работы могут делать. Но мы их практически вот не можем после окончания школы сразу, чтобы они пошли в производство. Потому что им еще только 16 лет. А все наши документы говорят о том, что 18 лет они должны только идти работать. Просто теряют интерес к этой специальности.
ни молодому специалисту, ни опытному хозяйственнику, ни директору школы не решить эту проблему. А она серьезна, и решение требует в масштабах страны. Обидно. Те, кто окреп в сельском труде, прикипел, как говорится, к земле, на кого уже можно надеяться, рассчитывать, после выпуска остаются не у дел и тоже собираются в город. Председателем колхоза. Ну, там я впервые встретился с техникой. У нас был недалеко машинный двор и таскал разные шестеренки домой. Возился, значит, с ними. Их выбрасывали, я снова притаскивал их. Мастерил что-то с ними. Потом отца перевели в другую деревню. Ну, там даже легче было. Там сельхозтехника прямо напротив дома находилась. То я нашел там, значит, реле-регулятор. И раскрутил его, значит, там, по винтикам все. Так интересно мне показалось. Но с тех пор, мне кажется, даже у меня биография вот эта началась, трудовая такая, с техникой связанная. Сельские дети – дети трудолюбивые. Это у нас каждый скажет. Не могут сидеть, сложа руки. Так появился не просто лагерь, а лагерь труда и отдыха. Сначала труда, чтобы самая жаркая пора населения проходила для ребят бесследно, а потом уже отдыха. Условия лагерной жизни приблизили к походу. Ежеминутная готовность к работе. И, признаться, не поубавилось у них от этого ни сил, ни энтузиазма, ни радостного ощущения лета. Ну вот, мы, как всегда, серьезны, а у них веселье в разгаре. Что ж, юности свойственна беззаботность. Мы-то, конечно, назидаем. Конец лета, новый жизненный этап. Напоминаем учеба, экзамены, выпускной вечер. И незаметно вздыхаем. Уедут или останутся? Что выберут они после выпуска? Какие дороги и как далеко уведут их от этого летнего вечера, от затихшего в ожидании поля, от нашей Тамани. Рапортует Игнатов Валерий. За первую смену обработали овощей на площади 50 гектар и собрано фруктов 12 гектар. Рапортует Симонова Инга. За вторую смену собрано 15 тонн персиков и обработано 20 гектар винограда.
Рапортует Буркальцев Василий. За третью смену уложили в ленты лука на площади 7 гектар и убрали 7,5 тонн персиков. Рапортует Ермоленко Наташа. За четвертую смену собрано 12 тонн лука, 6 тонн персиков и обработано 12 гектаров виноградников. Кому первому пришла в голову идея организовать лагерь труда и отдыха на селе, теперь уже трудно сказать, но одно ясно. Человек этот был мудрым и внимательным. Так родилась необычная педагогика. Именно здесь руководитель хозяйства пишет характеристику и ученику, и учителю. Дорогие ребята, вот и закончился ваш трудовой семестр. Вы своим активным трудом работали на овощных плантациях совхоза, на виноградных плантациях. Вы показали высочайшую дисциплину и организованность. И я вам хочу сказать большое спасибо вам за ваши дела. Нам очень приятно то, что все-таки школа наша на правильном пути и готовить хороших, смелых, расчетливых, мастеровых для рабочего класса. А теперь я вам пожелаю всем здоровья. Очень хороший пример подали в трудовых свершениях, а также должны вы подать и в учебе за парту. Вот она, наша будущая подмога, наша смена. Начнется путь от первых букв к сочинениям, от счетных палочек к математическим вычислениям. Среди предметов из нелегкой школьной программы будут уроки по программе еще более сложные, жизненные. Их поведут на ферму и угостят там парным молоком. Они увидят поле, черное, распаханное весной, и золотое в колосьях летом. Они будут провожать рыбацкие суда во время путины и долго, стоя на берегу, махать вслед, пока они не скроются из виду. И везде их встретят люди, которые уже сделали выбор в жизни, сразу, бесповоротно или долго сомневаясь, но решили они. Их место там, где родной дом. Совхоз — это наши бывшие ученики. Значит, все у нас руководители, так, и главные специалисты, руководители среднего звена. На любом производственном участке совхоза, на любом, не только вот мы сейчас с вами на виноградниках, у нас еще много, значит, других цехов, вот так, все работают наши бывшие учащиеся. Все-таки самым первым, по-моему, в моей жизни был дедушка и самым любимым учителем. Все-таки научил он меня все работы, все делать своими руками, любить деревню, любить растения, лес, любить сельский труд. И все-таки, мне кажется, именно поэтому я и стал агрономом. У нас много оврагов, много непригодных земель. Побережье надо укреплять, потому что эрозия почвы постоянно идет. И вот об этих землях я и говорю. Посадить лес, облесить вот это побережье, полностью побережье. А что ж тебе скажет главный агроном и зоотехник? Чем кормить скот будут? А виноградники? Иван Трофимович, ну что нам делать? За год у нас все меньше и меньше осадков. 280. Может, и есть своя правда в том, что с малых лет их надо учить в первую очередь любить землю, на которой живешь. Тогда и вырастает человек, неравнодушный к земле,
Надо кормить зеленой массой, надо выращивать это. Ну, надо все-таки искать выход. Значит, мы будем использовать непригодные земли. И какое бы дело он себе не нашел, беспокойная душа его раздвигает и узкие рамки профессии, и рабочие сутки. Она предпочитает поступок рассуждению, риск покою. Она не знает отдыха. Да и как оно можно жить на земле и отдыхать от земли? Когда говорят слово «ферма», сразу первым делом что представляется? Это большое стадо коров и куча навоза. Вот. Но это, конечно, действительно, в принципе, это так. Но в то же время молоко, наверное, любят все. Только мало кто знает, как оно достается, сколько людей занято для этого. И нужно молокопровод проводить. Ведрами ведь не натягаешься молока. Со временем. Когда со временем? Вы хоть сроки назовите. И доярок ведь у каждой семья. Хозяйство. Надо же подумать и об их отдыхе. Они ведь не успевают 4 часа утра вставать, ехать на дойку и приезжать в 9 часов, а то иногда и позже. Ведь нужно и детей в школу выпроводить, и дома что-то сделать. А при двухсменной работе намного ведь легче будет. Калистратович, ну вот сам видишь, что по морю, вот, по нашему лову, ты обращаешь внимание, что рыбы с каждым днем становится все меньше и меньше. В зависимости от этого и заработок у нас меньше становится. И вот я так думаю, пока я молодой, может мне пойти в прудовое хозяйство. Да? Я примерно не согласен тоже с тобой. Смотри, конечно, мы тебя не держим, но мне кажется, нам приходилось в жизни еще труднее. Бывало, иногда шторма продует такие, что только восстановишь снасти и опять что. И не заработаешь за всю путину почти ничего. А все надеемся на то, что в дальнейшем. А другая путина попадется. Выручает все. Мне кажется, что рыбальство где-то бросать нельзя рыбалку. Надо продолжать. Мы же примерно проработали всю свою жизнь. Я уже работаю 36 лет в бригаде. И живу же, и неплохо живу. Хотя и заработок. Тот заработок не зависит же только от одного заработка. Видишь, море имеет свою душу, так как человек. Надо же продолжать наше дело. Вот мы, я примерно уже, мне 57 лет, я работаю, и рыбачить нужно. Оставлять кто же останется тогда? Если мы идем на пенсию, а вы молодежь всю побросаете, то море бросите. Море нельзя бросать. Мне кажется, что продолжать надо рыбачить. Обязательно. Thank you.
Работа у нас не из легких. Тяжело в море. Но зато, когда я возвращаюсь на берег, ступаю на твердый берег, у меня появляется в душе такая радость. Вам это просто не понять. Объяснить я вам не могу. Хотел вначале уехать я отсюда, у себя показать, мир посмотреть там, на людей посмотреть, на городских. Ну а потом подумал, куда я уеду с Тамани? Это ведь земля, это все-таки наша, нам ее обрабатывать, эту землю. Да что, земля у нас-то хорошая, конечно. Такой больше нигде не найдешь. Все приезжают, всем нравится, все бы остались жить. Человек, где бы он ни был, куда бы он ни ездил, его тянет, постоянно тянет в родные края. Сельский человек и сельский человек, его постоянно тянет к земле. Пусть он где бы он ни был, все равно возвращается домой, потому что нету ничего дороже родного края, отчего дома. Кем они хотят стать, известно. Кем станут, еще не знает никто. Но и у нас, и у них, у взрослых и детей, есть время, чтобы в гуще нынешней жизни найти друг друга, встретиться и поговорить по душам. Человек, особенно молодой, нуждается в идеале. Говорим мы и с высокой трибуны, и на уроке, и на семейном совете. Говорим, и порой подыскиваем им литературного героя, забывая, что это наш труд пробудит в них желание работать. Это наша вера сделает их убежденными. Наша любовь к земле вырастет добрых людей. До того, как их детская мечта станет делом всей жизни, время еще есть, но надо торопиться. Thank you.
когда они отправляются в учебное, совсем еще не дальнее плавание, мы, взрослые, стоящие на берегу, желаем самого простого и вечного. Пусть будет спокойным море, светлым небо, доброй земля. Пока за мечтой своей в большую жизнь отправляются наши девочки и мальчики, наши дети –